Сегодня досрочно мы завершили поперечную надвижку последнего пролета правой части автомобильного моста. Это самая сложная технологическая операция. До конца месяца мы планируем приступить к укладке асфальта, восстановить барьерное ограждение, нанести разметку. Рабочее движение планируем запустить в соответствии с графиком в декабре месяце. Параллельно ведется поставка металлоконструкции и укрупнительная сборка на производственной базе эксплуатации. Готовимся к ремонту левой части автомобильного моста.